Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я специалист по продажам новостроек в Рязани. В данном видеоролике, посвященный недвижимости в нашем городе, покажу вам стадию строительства жилого комплекса «Академик», который строит застройщик «Северная компания». Так, ну начинаю вам показывать и рассказывать. Перед вами жилой комплекс «Академик», застройщик «Северная компания». Расположение, вот это улица Островского, туда дорога идет в сторону Высоковольтная. Туда дорога идет в сторону Черновицкая. Ну, смотрите, все тут как бы плиточка, остановка, все заасфальтировано. Первые этажи нежилые помещения, то есть будут какие-то магазины, какие-то полезные помещения с услугами для жителей жилого комплекса «Академик». Сейчас хочу что вам показать. Хочу пройтись вообще вокруг самого дома, посмотреть, что происходит там с той стороны. И вообще посмотреть, показать вам еще первую очередь жилого комплекса. Ну, потому что он уже сдан, заселен, приблизительно застройщик один, будет вам понятно, что вам ожидать. Хотя и вот на первых кадрах понятно, что дом интересный, фасад классный, серьезный, мне такие фасады вот лично нравятся. Ну, если вам нравится, не нравится, напишите, будет тоже интересно узнать ваше мнение. И давайте пройдемся вокруг самого дома, и пока будут ходить, буду вам рассказывать про жилой комплекс «Академик». Так, ну смотрите, дошел я до угла, точный адрес будет Островского 122, корпус 1. И сейчас с вами пройдемся. Там вот ориентир точный, место расположения. Это Рязанский технологический колледж. Идут ребята, отучились с девчонками. Вот рядом строительство жилого комплекса «Академик». Пройдемте с вами вдоль улицы в ту сторону. Так, ну вот смотрите, немножко углубился я к колледжу. Это стоит целый подъезд, тут нежилое помещение. Вроде бы как бы будет здесь какой-то медицинский центр. Уже под конкретного клиента. Это вот колледж. Тут офис продаж застройщика. С клиентами, когда приходим на консультацию, на просмотр квартир, встречаемся с вами здесь. Это первый дом. Уже сдан, заселен. О, сейчас хочется вам показать. А это как раз вторая и третья очередь, если посмотреть с этой стороны. Кстати, по второму дому скоро сдача. В данный момент уже идет процедура. Люди приходят на осмотр своих квартир и, соответственно, смотрят какие-то недостатки, какие-то там плюсики, если что, надо исправить. И потом уже будет ускоренный, я так понимаю, получить ключи быстро, потому что люди свои квартиры уже видели. И третья очередь, здесь, кстати, автономное тоже отопление. И третья очередь, это квартира с индивидуальным отоплением. Сдача где-то в 2026 году, но планируется сдать его раньше. Но если вовремя, то вовремя, если раньше, то раньше. Но вот еще один подъезд, вот этот дом будет один из двух очередей строительства. Квартиры есть, но квартира уже осталась на минимуме. Но все-таки, если интересует недвижимость в Горроще, в жилом комплексе «Академик», не забывайте, что такой дом есть. Сейчас отсюда вам покажу первый дом, который заселен. Ну, вот такая вот вам видеоэкскурсия по жилому комплексу «Академик». Так, ну показал вам жилой комплекс «Академик». Квартиры в этом доме, конечно же, еще есть в продаже. Нужна какая-то информация, консультация, там, планировки, цены. Ну, мои контакты в описании под видео. Также для удобства в комментарии под видео и в комментарии оставлю ссылку на сайт с ценными планировками, ну, чтобы было понятно, сколько стоит недвижимость в таком доме. Ролик заканчиваю. Всем доброго. До свидания.